Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего канала. В сегодняшней части расскажу вам, как делать высветление на модели. Как бы это часть предшейдинга. Мы до этого делали затемнение, темные участки, то есть впадины, глубокие места на модели. Вот. А сегодня будем наоборот высветлять части, которые выпуклые. То есть это люки, трубки, ящики. Вот. Все, что выделяется на модели. Для чего я это делаю? Ну, как бы создаю на модели небольшую цветовую модуляцию, чтобы модель была как бы не сильно плоско покрашена, а чтобы было какое-то вот зрительное отличие по цвету, чтобы придать модели рельефность, чтобы она бы выглядела более интересно. И высветление я буду делать краской Tamiya Dectan XF55, жидко разведенная. Ну что, начинаю красить. We'll be right back.
закончил высветление. Смотрите, что получилось. Вот, теперь даем краске подсохнуть для нанесения базового цвета. Базовый цвет у меня будет дункель, а потом на дункель буду наносить камуфляж. Вот, ну, вот что получилось, вот как делали, как делал это, вы можете увидеть в видео. Повысветлял, потом нанесу базовый и буду смотреть по нему. Может быть, еще даже на базовом нужно будет немножко повысветлять. Вот. Ну, будем смотреть в процессе, как что получается. Но на данный момент мне нравится, как получились высветления. Довольно-таки хорошо, четко рисуется рельеф, виден у танка. Ну, продолжайте смотреть. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Всех благ вам и вашим близким.